Мировые лидеры собрались в столице Мьянмы в четверг на саммит АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На повестке дня переговоры по региональным, а также международным вопросам. В этот раз, помимо лидеров стран АСЕАН, на встрече присутствуют главы США, Китая, Японии, Южной Кореи, России, Индии, Новой Зеландии и Австралии. Одна из главных тем обсуждения – вопрос спорных территорий в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай и еще несколько азиатских стран. Кроме того, на повестке дня темы безопасности и экономического регионального сотрудничества, в частности, вопросы общей таможенной системы и сертификации продукции в рамках зоны свободной торговли. Обсудят на саммите и проблему изменения климата, а также ряд мер, связанных со вспышкой эпидемии лихорадки Эбола. В переговорах будет принимать участие и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Как предполагается, Барак Обама проведет встречу с президентом Мьянмы Тейн Сейном по вопросу условий проживания в стране этнического меньшинства рохинджа. Эта мусульманская община подвергается нападкам со стороны местного населения. Власти также не хотят признавать, что народность законно пребывает на территории страны. Также, как ожидается, Обама встретится с главным оппозиционным лидером государства Аун Сан Су Чжи. Он посетит ее в Янгоне 14 ноября. Группа стран АСЕАН включает Мьянму, Сингапур, Вьетнам, Бруней, Камбоджу, Таиланд, Индонезию, а также Филиппины, Лаос и Малайзию.